все, что вы хотели узнать об удобстве передвижения в Сингапуре с детской коляской. Замечу, никто не остановится, чтобы пропустить. Вообще никто. Ну, вроде бы никого. Попытаемся объехать. Объезжаем и видим сразу же грузовичок, который перегораживает проезд дальше. То есть нам приходится просто двигаться по проезжей части. Потому что мало того, что он перегораживает проезд сзади, тут не заехать на тротуар. Прежде чем приезжать в Сингапур, особенно с детьми или если вы маломобильный гражданин, обязательно подумайте трижды и не переезжайте.